Друзья, доброе утро. Мы на бульваре. Такая туча накрыла нас. Огромная какая-то, черная. Страшная. Вот она прям за одну секунду нас Чиллером накрыла. У нас сегодня дачный день. Ожидается по прогнозу сильнейший ветер. Пока ветра нет. Расскажем вам потом, если что-то снимем на даче. Маленький дачный отчет, дачные события, то увидите, что же дальше произошло. Что же произошло дальше? Восход, я кусочек солнца видела, был просто червоный, знаете, такой яркий, как расплавленный какой-то металл. Он не красного цвета, а вот цвета, я не знаю что, лавы какой-то, клянусь. Вот так, вернее, не цвета лавы. Лава, наверное, темная, а цвета вот этой вот. Ну да, когда она огонь вытекает, он буквально вот эта все огненная масса. Конечно, я это все видела только на экране. Но мне кажется, вот такой цвет расплавленный какой-то лавы. Туча переместилась к морю. Над нами рассветлелась. Мы заворачиваем. У нас сегодня молочник, друзья. Марусенька нам пришлет молоко. Будем его кипятить, кашку варить, в кофе наливать. Вот так. Вот там сейчас, видите, как вот тут слоями идет небо, слоями. Вот тут над нами рассветлелось, а там еще идут тучи. Но самая чернота переместилась над морем. Вон она, видите, какая. Там обзор сегодняшнего неба. Все, мы уже завернули домой. Утро началось. Вернее, утро уже идет полным ходом. День начался, друзья. Вот как быстро туча прошла. Распогодилась. Теперь ждем ветра. Вон там у нас ахмедлы. Кюнашли туда. Ахмедлы видны. Верхние слои движутся быстрее, чем нижний слой воздуха. Смотрите. Видите, как они продвигаются. А самолет летит в противоположном направлении. Вон он полетел. Если что, я сказала, Марусенька принесет молоко. Кажется, я так сказала. Естественно, что не сама Марусенька, это корова. Привет, привет. Это идет Моти с Гюлей. Вот. Приносит Эюб, владелец Маруси. И мы берем 2 литра молочка. Литр для каши и кофе. И литр мы заквашиваем. Получается замечательный гатых. Совершенно бесподобный. Этого Моди на днях покусали свора собак бродячих, которые обитают в Белом городе на бульваре. Юля живет в той стороне, и они с Моди продвигаются с Белого бульвара сюда. А в том районе очень много эти своры, которые ничего не боятся и очень опасны. Вот. Хозяйка пыталась защитить Моди, но так как собак было 3 или 4, то и хозяйка в какой-то степени пострадала, упала, сильно разбила ноги. И Моди умудрились схватить за бок. Теперь у него там шишка. Вот так. Смотреть, какое море. И я думаю, что полный набор утренних новостей готов. Море у нас вот такое. Кстати, ветер вообще сейчас прекратился. Такое затишье. Вот такое у нас море. Камни обнажены. Море уходит постепенно. Ну, конечно, я не думаю, что оно навсегда уходит. Цикл вот такой уходит, приходит. Вот сейчас у нас период ухода воды. Вот так красиво, друзья. Все. Вот та эстакада, видите, на которой в конце стоит вечно строящийся садко, ремонтирующийся. Вот под этой эстакадой, когда я была, ну, примерно в 7 классе, так, байдарки из
лодочного клуба, они проплывали спокойно под этими вот между свай, вот так, под мостом. Потом море поднялось и стало вот это первый ярус бульвара, набережной. Он стал разрушаться, так как снизу били волны и подмывали все вот эти вот укрепления, и были дыры, откуда вырывались целые кучи брызг воды. Вот так. Так что будем надеяться, что наше море вновь вернется к своим, не скажем, первоначальным. Конечно, раньше оно билось в Девичьей башне. Оно наверняка вот эти все утесы, где наш ресторан Гала Зыря, там наверняка раньше была вода. Ну, вот так вот. Естественно, что с тех пор немало изменилось всего. Ну, вот так, друзья. Все, на этом мы заканчиваем наш утренний репортаж. Пока. Всем всего самого-самого доброго.